Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре болонские удилища от компании Maximus Rebel Bolognese. Удилища выпускаются в четырех длинах, это 4, 5, 6, 7 метров. Строй имеет средне-быстрый. Катушка-держатель, сразу приступаю к делу, да, рассказываю. Катушка-держатель качественный, недорогой, но я очень хорошо их знаю. Что немаловажно, что даже вот на четверочку, я специально вам катушечку, Daiwa Nizi 4000 приготовил, вот даже на четырехметровое удилище совершенно спокойно в этот держатель встает наша Daiwa Nizi 4000. И, кстати говоря, очень неплохо, в принципе, сидит на ней. Значит, удилища достаточно мощные. Тест здесь не написан, но я вас уверяю, здесь тест порядка 30 грамм. Карбон заявлен АИМ-7, но будучи на многих заводах, что я посещаю, о АИМе мало кто знает, что это такое. В основном уголь измеряется в тоннах, поэтому, скажем так, по моим ощущениям, здесь порядка 30 тонн. Значит, комплектуется вот таким пластиковым чехольчиком, который защищает, в общем-то, верхнее колено только. Ну, в общем-то, тоже это неплохо. Два разгрузочных кольца подвижных на хлысте. Что крайне немаловажно, это то, что сами кольца не лежат друг на друга, как вы видите, да, чтобы не вылетали вставки, не бились. Вот, заслуга этого, это неопреновая заглушечка внутри. То есть здесь ее вот сейчас не видно, но она там есть. На фотографии я вам покажу. Значит, точность также есть дырка в пробке, это металл, дырочка для вентиляции. По поводу колец, надежные, недорогие надежные кольца, невысокие, то есть имейте в виду, что на сильном ветре, либо в придержку, в мокрую погоду, когда вы ловите там на тонкие лески, она может, в принципе, прилипать к бланку. Но по большому счету такие кольца устанавливаются именно на универсалы, на мощные силовые палки, на которых вы, понятно, что 0.12 там не будете, скорее всего, основу ставить. А дальше уже, в общем-то, ничего страшного с ней не будет, и достаточно замечательно можно будет ловить. Сейчас разложим, посмотрим строй, я назову уже фактические длины. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал Multifish TV Максим Балаев. Под видео вы видите такой пальчик вверх, обязательно его нажмите. Для меня это огромный плюс, это видео продвигает. И нажмите кнопочку «Подписаться». Поехали, посмотрим строй. Итак, друзья, разложили. Константин Михайлович нам поможет. Значит, смотрите, сразу реальные длины фактически. Четверка 390, пятерка 493, 591 шестерка и 683 семерка. Значит, по строю, смотрите, достаточно быстрый строй. Четверочка очень приятная. Да, нагружаем. Ну, как маховая серия Rebel, одно и то же, в общем-то. Силовые хорошие палки, достаточно быстрого строя. Смотрите, пятерка у меня в руках. Ну вот. То есть специально сделано так. Я знаю, что это, видимо, аналог корейский завод у нас есть, что верхние колена, они достаточно жесткими сделаны, и нагрузка сразу переходит вот ближе к середине. Это, соответственно, ну, скажем так, из минусов это не очень качественная подсечка, но как бы удилище все-таки универсальное, это больше спортивные моменты. А из плюсов то, что вы лишний раз избежите поломки хлыста и второго колена. Значит, смотрите, шестерочка у меня в руках. Нагружаю, вот второй рукой даже упираюсь. Ну, достаточно палочка такая приятная, то есть хорошо распределяет нагрузку. Так, и семерка. Ну, семерка в руках лежит, конечно, так тяжеловато, но при этом, смотрите, конкурент ее Сабанеев мастер тот же самый. Да, вот единственный минус — это тяжесть. Да? Ну, естественно, она уже такая шланговенькая. Но в руках долго не половишь, поэтому лучше со стойкой, кому это нужно. Значит, нагружаем. Точность также. Справится она у вас достаточно с любой крупной рыбой. Итак, друзья, посмотрели. Ну, в общем-то, действительно, универсальные палочки, есть свои огромные плюсы. Значит, по поводу чехольчика.
синтетический материал, не впитывающий запах, достаточно простой, но и качественно сшитый. Значит, что я еще не сказал, чтобы долго не растягивать видео, я просто за камерой это все я взвесил, измерил транспортную, диаметры померил, поэтому сразу вам перечисляю, как они есть. То есть не надо верить каталогам, часто они ошибаются, даже можно сказать очень часто. Поэтому слушайте, что я говорю, да, что на самом деле правда. Значит, 4 метра транспортная длина 133, ну там где-то 130 и до 133. По большому счету, можно сказать, за счет чехла 133 транспортная, в общем-то, единая для всех. Значит, вес реальный: четверки 165, пятерки 245, шестерки 341, семерки 435. Диаметры под катушкодержателем рукояти. Многих это интересует. Значит, четверка 18, пятерка 21, шестерка 24 и семерка 26 миллиметров. На этом все. Еще раз скажу, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте, вот нажимайте на такой пальчик вверх, да, и жмите слово «подписаться». Спасибо за просмотр. Покупайте мультифиш. Как я говорил раньше, и акцию нашу уже проходит 2 с лишним года. Для покупателей нашего магазина мы предоставляем бесплатные запасные части до 2 штук в год на удилище, купленные у нас в период действия акции. Плюс даем от магазина бессрочную гарантию на весь срок службы удилища на заводской брак. Всего доброго и до новых встреч!